Всем привет, приветствую на канале Logan Play. Продолжаем прохождение игры Uncharted Судьба Дрейка, глава 14 под землю. Так, ну что, у нас получается здесь сейчас этих ребят-то не будет, которые у нас стрелковым оружием. А возможно кто-то будет другой. Я вот не помню, честно скажу, проходил игру, блин, в 2009 что ли году. Да, потому что я PlayStation 3 купил в 2009. Вот, и я не помню. И помню, что будет. Из головы все нафиг вылетело. Что такое? О, а стрелковое оружие есть. То есть, получается, ребята каким-то образом сюда залезли, что ли? Ни черта не понял, ну ладно. Так, 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 так. Что тут делать, что тут делать? Вот так? Ну, сейчас узнаем. Мама, 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 мама. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. А. Ое. Да это, блядь, бред! Вот, ребят, создатели игры, ну как вот это могло произойти? Да я вижу, вижу тебя. Иди сюда. Есть контакт, ты мертв. Так, что тут дробовика? 9 патронов. Как вот они тут оказались? Ну вот вы мне скажите, я тут тайную дверь открыл. А эти чуваки здесь. Ну как, сценаристы? Ну сценаристы. Ну вы даете. Так. Это, конечно, я брать не буду. А вот это я возьму. Так, 12 штук. Хорошо, если этот возьмем автомат, давайте глянем. Сколько патронов будет у меня? 46. Ну ладно, ну винчестер тоже неплохая штука. В принципе, и то хорошо, но... Ладно, привык я стрелять из... дальнего оружия. А, ну это не винчестер, это дробовик САС-12. А, вот нашел. Думал, что тут делать, оказывается, вот что делать. Будем, в общем, стрелковым оружием ходить. Ну как, и то стрелковое, просто дальним, 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 дальним. Ребят, что такое? Это церковь католическая, наверное. Так, ну что? Шума тут не надо наводить, наверное, да? Но мы наведем. Больно, наверное. Ой, я же говорил, винчестер тут не пригодится. Вот чувствовал я. Вот смотрите, сколько я в него раз попал, ребят. Офигеть, сколько раз. И он все живой был. Ой-ой-ой, это, наверное, больно, да? Как говорит Натан. Ух ты, красавчик. Где этот Desert Eagle? Не вижу его, ребят. Ага, вот вижу. Выйди, выйди на свет, ангелочек мой, выйди на свет.
Так. Дробаш. Ага, откуда они еще сейчас полезут-то? Как? Блин. Того напугал, а этого... Готово, да? Ну ладно. Так, вот его под Desert Eagle же где-то пистолет был. А, он туда уронил. Ну ты дал делов. У вас, смотри, сколько в него патронов надо, чтобы его убить. Ну это что такое? Что? Там что-то такое было. Так, ага. Тут что-то надо сделать. Ну давайте пока побегаем, это соберем оружие. Ёп, он обгородовой. Церковь решил разнести. Опять перепутал перезарядку. Так. Убийство взрывчаткой. Ну, пока у меня не так. Ну, вот это вот я вальнул, да, взрывчаткой. Ну, может, дойду до того момента. Так, тут что такое? Ага, дробаш. Ну и ладушки. Так, а тут что стоит у нас? Валяется. А, это мне показалось. А, нет, вот смотрите. Не показалось нифига. О, как у меня вообще шикардос все. О, сокровище, ребят, смотрите что. Серебряная табакерочка. Круто. Ладно, ну вот видите, не особо, как говорится, собирая, потихонечку что-то находим. Так, о, граната, которую только что выкинул. Я же две гранаты, кстати, выкинул. Ну ладно. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Так. Два колокола звучат в унисон. Ну, блин. А как заставить их в унисон звучать? Я пока до этого добегу, и все, и облом будет. А-а-а! Элементарно, Ватсон! Потратили пулю одну. Ой. Ой. У нас есть все, что нужно. Мы его найдем. И как интересно, он собирается эту статую отсюда вывести. Да я сам не знаю. Вот тут бы нам, кстати... И как они тут уже оказались, я понять не могу. Ребят, ну Салли же их куда-то там отправил. Ёппа на городовой. Ну я же говорил. Больно, очень больно. Давай. Где ты? Эй. Where are you, brother? А я тоже стрелять умею. Отлично, отлично. Патрончики дают. Эй! О, все отлично. Да куда ты? Да, я здесь. А вы где?
Смотри-ка, я догадался, где он, но он остался жив. Вот ему подфартило, да? Да, повезло мужику. Как чуйка у меня сработала, куда гранату кинуть. Блин, хотел, чтобы он от гранаты помер, но не вышло. А вот я сейчас могу... О, умер! Ну вот, ребята, что бывает, когда путаешь перезарядку. Ой. А почему он уже мертвый? И этот мертвый. И эти мертвые. Фига себе. Это что такое? А, она, видимо, сохранилась. Ну вот, ладно. Это хорошо. А то тут... Натан опять протупил. Гранатку кинул. Ой. Тут куда? Походу сюда. Ух ты, что-то нашли. Это совершенно неприемлемо. Чего ты от меня хочешь, Роман? Моих ребят режут, как свиней. Мне с трудом верится, что один человек мог уничтожить всю твою команду. Да дело ведь не только в Дрейке. Говорю же вам, этот остров проклят. Хватит. Забирай своих трусов и проваливай. Ты не можешь меня прогнать, а моя доля мне причитается! Твоя доля, Эдди, зависела от качества исполнения твоей работы. Ты заверил меня, что поймал Дрейка и зачистил остров. А, черта с два, Роман, так не пойдем! Вы свободны, мистер Раджа. Да и кого? Матьяджало! Силан! Что-то матерится, походу. Напомни еще раз, зачем ты нанял этого суеверного идиота? И хотел подешевле. Что ж, какая цена, таков и товар. Ну а ты-то, Наварро, ты свою цену отрабатываешь? Тайник здесь. Я уверен. Если верить Салливану... Вот уж не стоит. Он знает. Если соврет, ему хана. Он знает, что мы убьем его, когда найдем золото. Ему незачем говорить нам правду. Точно. Ах, Наварро, сдается мне, твои мозги остались в той канаве, где я тебя подобрал. Мне просто нужно еще время. Погоня за этим твоим сокровищем принесла нам больше убытков, чем оно может стоить. Поверь мне, Эльдорадо стоит больше, чем ты можешь себе представить. Да уж, надеюсь. Угу. Что за Наварро? Туру-туру-туру-туру-ту. Так. Тут какая-то красивая могилка. Мы тихонечко идем сюда. И прыгаем. Так. И... Ага. А чё они, кстати, выстрелов-то не слышали? Тут такая перестрелка была мощная недавно. Ух. Всё в ихних фонариках, а? Всё уже тут окопали. Ой. Это какая-то интересная бочка. Ну и ладно. Так, я хоть сюда идти-то мне. А, ну да, сюда. Куда еще-то? О, выход. Найн! А что случилось? Ну вот, я поднимаю. Вообще не весело, нифига. Он меня не пускает. О, я секрет нашел. Золотая с рубинами маска инков. Отлично.
Так, и что делать тут мне? Может, мне вот эту... Разбить? Да, она ломается, я был прав. Но тут куда идти-то больше-то? Некуда идти. Би-би-би-би-би-би-би-би-би. Ну да. Только туда, только почему она закрывается-то? Та штука. Очень странно. Чё-то я тут не вижу, может. Типа улицы, видите, там эти запищали. Надо быстро, что ли? Ну давай. Ох, блин! Выпрыгнул я. По следам сокровищ, глава 15. Ну чё, давайте её. 15-ю главу. О, как нормально. Сразу же привлёк к себе внимание Натан. Прекрасно перезарядкой. И шо тут? Ни черта, даже секрета нет. Вот жадины говядины. Сейчас тут сейчас что-нибудь будет интересное. Опять куча перестрелок. И что тут делать? Ага. Веревка. Ну вот здесь, если только. А, ну да. Ладно. Ух ты, хорошо. Побежали, 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 побежали. И прыжок. Прекрасно. Сколько прекрасных выступов создали для меня. И как я умею одной рукой держаться за лиану. Никто так не умеет. Только Натан Дрейк. И чё такое ты делаешь? А чё, он туда не хочет, что ли? Или чё, что-то я не могу понять. О. О. Ёпу на бог! Отдохни, Дрейк! Твою ж налево. Компрендо. Жри металл. Ей! Как я и мечтал, я мочканул чувака гранатой. Прекрасный выстрел. О, и тут чудесный выстрел. Так. Ой, кто там? Ты куда побежал? Так, тут спуск вниз, а тут куда-то... Нет, меня слышно?
Да, да, слышно. Что ли, я тут кругами хожу. Мы с твоей девчонкой полистали книги в библиотеке. И получается, что наверху церкви должна быть какая-то тайная галерея. Долезешь? Наверное, да. Ладно, если что понадобится, дай нам знать. А, я здесь уже был. Египетская сила. Так. Сокровище. Сокровище. Золотой сосуд в виде птицы. Охотник за сокровищами полупрофи. Ну вот видите, не все так плохо. Я полупрофи. Тоже, знаете, неплохо. Так. Я даже не знаю, куда идти-то, ребята. Там был спуск вниз. Тут какое-то лазенье. Ну. Так, спуск вниз, давайте проверим. Так, спуск вниз есть, да, вот я тут лажу. А, я тут был. А я тут был. Чай, кофе пил. Так что мне не туда. Мне, значит, надо поверху лазить. Так, здесь я явно не допрыгиваю. А, ну все правильно. Я оказался там, куда я не допрыгивал. А сейчас я допрыгнул, и теперь мне надо сюда идти. Да, 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 все верно. Ну ладно, понял я. Доперло. Деревяшки тут такие опасные. Опа. Какой я молодец. Куда ты, блин? Совсем ку-ку, что ли? Ладно бы вот сюда. Так, ребят, не видно. Где-то затаились гады. Ага. Прыжок. Я. Как всегда, неверное решение. О, а что так далеко? Не, ну так нечестно. А что такое? Я ж там, где Лиана, мог возродиться. Ну, наверное. А может и нет. Музыка такая бум-бум. Прям по голове бьет. Далее что? Так. Да! Блинский, блинский, это я где упал? А, во как. Упал я тут. Ну ладно, хоть я знаю, куда идти. Ну, я говорю, у меня с этими прыжками здесь полная засада. Я просто не знаю, что делать. Эть. Нет, 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 нет. Перелазь. Не надо тут эти прыжки делать. Да... Бегает Натан, конечно, вообще не бегает, можно сказать. Да, надо тут точно угадать, чтобы он прыгнул. Прям вот. На самом краешке надо находиться. Если на самом краешке не находишься, то он хрен прыгнет тебе. О, как будто я не знаю, куда мне надо. Вот я бегу. Вот и допрыгнул. Все, полез по лиане, которая как железо, смотрите. Как железо. Ой, смешно-то, ребята. Ой, блин. Нельзя их пропустить. Хотел посмотреть, может, у меня граната есть. Гранаты нет. Че там? Кто там? Чё, живой?
Нет, не живой. Нельзя год их пропустить. Ох, хрена я взорвал. Ну ладно, пусть. Зато весело было. Бабах! Вот так вот. Дробовик, пистолет. А, нет. Сокровище. А, золотой испанский кубок. О, красивый какой. Ну, не знаю, если я 30 соберу за всю игру, то я думаю, для меня это будет успех. Блин. Капец, и чё куда? Это оно. Сердце? Ага. Угу. Ребят, что, специально придумали эти прыжки, зная, что я вообще прыжками не люблю заниматься? Наверное. Что, по деревяшкам лазить? Так, куда тут? А, вот я бочку-то зачем взорвал. А то бы ребята бы выстрелили меня, и хана мне был бы. Ну вот что это такое-то, блин? Ну, слава богу, ребята мертвые. Игра начала понимать прикол, что не надо стрелять. Так, ладно. Окей. Да что ты здесь? Так, бочка стоит. Так, или может мне не туда? Во как. Ни хрена себе! Вот это ты дал. Как это ты так прыгнул? Так, а тут что? Сюда, ладно. Тут что-то какие-то висюльки такие странные. Не очень мне нравится. А, так это я наверху. Где это? Где колокола? Вон что дело. Так. Почти пришли. А вот и ключик нарисован, да? Ключик, ключик золотой. Ну, ничего себе. Мне теперь еще и туда куда-то налево надо идти. Так. Точно, там еще один ключик. Ну, пошли к ключику. Надеюсь, дойдем. О, есть контакт. Повезло нам. О, второй ключик. Хрена себе. Thank you very much, как говорится. Открылась. Да блин, дебилой, что ты сделал-то? Ну и чё, мне-то сейчас все равно все обходить надо. Так, а с той стороны-то я могу прыгнуть? А, да, могу. Ну и куда вот ему прыгать вот здесь? Вот. А прошлый раз что было? Ты мне скажи. И ничего не сломал. Вечное стекло, смотрите, ребят. Просто вечное стекло. Золотой крест. Ух ты. 22. Нормально, уже 22. А осталось 8 собрать. Ага.
спасибо. Как говорится, на добром слове. Здрасте, здрасте. Патроны только потратил. О, нифига себе, что я нашел. Да вы издеваетесь. Еще дальше идти. Эй, Салли. Слушаю. Ты отправил наших друзей туда, где они абсолютно ничего не найдут? Ну? Они тут засели ровнёхонько над сокровищем. Ну вот, нарочно не придумаешь. Так, нам нужно устроить отвлекающий маневр. Я тебя понял. Диверсия, мигом состряпаем. Эй, Салли. Да? Как они уйдут, жди меня в мавзолее. Только иди через катакомбы, так безопасней. Ладно. Теперь мне осталось всего лишь проскочить незамеченным. Так. А я не знаю, как это делать. Незамеченным. А потому что мы это начнем в следующей серии, потому что незамеченным надо играть аккуратно, да?